Значит, по пунктам доложу, кто что у нас планирует в третьем квартале. ГБУ ДЦ Чертаново Южная, третий квартал, запланировано 52 мероприятия с планируемым охватом населения 1595 человек. В том числе 40 физкультурно-спортивных мероприятий, а также 12 выставок, лекций, фестивалей, смотров, конкурсов и иных культурно-массовых, общественных и социально значимых мероприятий. Также в течение третьего квартала в ГБУ Чертаново Южная будут работать 11 досуговых и 16 спортивных формирований на бесплатной основе. И кроме того, две секции по шахматам работают на платной основе. В региональной общественной организации, переходим к НКО, в региональной общественной организации социально-педагогический комплекс «Форпост Лужниках Клон» запланировано 12 мероприятий на этот период с охватом более 145 человек. Региональная спортивная общественная организация Федерации Тэквондо Юг запланировано в третьем квартале 28 мероприятий с охватом более 570 человек. И НКО, наше новое хуторское казачество, там запланировано в третьем квартале 21 мероприятие с охватом более 450 человек. Но в связи со сложившейся, со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, проведение всех запланированных мероприятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Все мероприятия будут проводиться согласно рекомендациям Роспотребнадзора и с учетом законодательных актов правительства Москвы, соблюдением всех необходимых мер предосторожности и защиты.